День здоровья. Вторая общеобразовательная школа проводит на стадионе первой спортивной. Ежегодно большой праздник здорового образа жизни собирает такое количество участников, которое не вместит ни один школьный спортзал или двор. В этом году педагогов, детей и их родителей около 1000. В первых рядах чемпионы, гордость второй школы. На груди Екатерины Иванцовой целая россыпь медалей, в основном золотых. Я занимаюсь легкой атлетикой уже 8-й год, и как бы много побед, как бы я уже в крае, первая в сборной города, и на край нас берут, на Россию берут, и там занимаем места разные. День здоровья во второй спортшколе проводят уже 44 года подряд. Его неизменный организатор и вдохновитель – учитель физкультуры Владимир Хайхян. Школа воспитала более 30 чемпионов России, Европы и мира, в их числе двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода. Его первым тренером был именно Хайхян. Мы всех привлекаем, даже освобожденные принимают участие в отдельных видах. Также привлекаем родителей. Это уже стало традицией, потому что мы много десятилетий. Уже дети привыкли к этому, что в сентябре месяце проводится традиционный спортивный праздник. И мы уже готовим с 1 сентября. Нынешний день здоровья решили отметить по-спортивному, сдачей норм ГТО. В большом празднике принял участие каждый. Одни в качестве атлетов, другие – зрителей и болельщиков. Любовь к спорту организатору праздника, учителю физкультуры Владимиру Хайхяну, удалось привить сотням школьников. И не только. В спортивном забеге учеников начальных классов приняли участие и их родители. Вместе с детьми они пробежали по стадиону, доказав, что спорт может и должен быть в жизни каждого, вне зависимости от возраста. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.